Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня Down in Bloody Darkness, которую мы играли давным-давно уже. Было три концовки, и вот мне написали, что здесь есть все-таки еще одна, все-таки концовка какая-то там волшебная, и мы давайте сейчас ее пройдем. Какое-то обновление здесь произошло, как мы видим, там было два варианта, с чего начать, я так понимаю, сразу можно откуда-то начать, а можно начать из дома, как же. За которого мы, в принципе, и играли. Загрузка у нас пошла. Пошла загрузочка. Ну, о, отлично. Такс. А, занято. Растопить печь в комнате. Комната. А, дом Каджи. Так, комната, это вообще-то у нас вот это вот была, по-моему, если не ошибаюсь. Вот это у нас был зал. А, вот тут вот у нас был... Ну, печка. Я не умею из воздуха. Не умеет из воздуха топить печку, он не может. Достать дрова. Дрова у нас в прихожей. В прихожей стоят дрова. Дровница там стоит. Им нужно ее взять и... Оп! Молодец. Пойдем. Растопим печу. Печу. А что у нас тут? Вот она, печка еще стоит. Раньше мы начинали игру с того, что мы шли есть. Шли мы есть, а потом... Ой-ой-ой-ой-ой. Задание. Включить телевизор в зале. Включим телевизор в зале. Включите свет. Пойдем включим свет. Свет у нас включается на... в этом. Ну там, короче. Давай мне здесь не пугай меня. Ну-ка. Кш, пошел отсюда. Блять, ты что делаешь-то? Чё включить надо было, я просмотрел. Блин. Здорово. Собаки лают. А, караван идет. А, узнайте причину лая собак. Лая, если чё, там, исправь. А, знакомое лицо там. Лай собака, откуда он идет-то? Куда идти-то? Куда смотреть? Лай собак. Говорит, лай собак. Что делаешь-то? Я прям даже сюда пройти не могу. Здорово. Не пугай меня, давай. Кронт. Кронт. Это у нас, значит... Почему я здесь оказался? Я думал, что я дальше пробежал. Когда у нас кронт был... Когда мы брали крест, то начиналась всякая поебень. Побежали отсюда нафиг. Вот, записочка зеленая лежит. Взяв крест Кронта, ты стал мишенью для него. Нет времени объяснять, кто я, ты в беде. Я хочу тебе помочь, ищи мои записки. Если хочешь жить, я буду размещать записки по всему дому. Бойся червоточина, на полу, стене нет ловушки. Пока не появился сам Кронт, ищи записки. Хорошо. Хорошо. Блин, дверь захлопнулась. Там ломик нужен был, по-моему. Я просто начинал уже играть. Нет? Не нужен ломик, я просто знаю, что он здесь лежит. Сей сам ломик нужен, елки-палки. Зараза, захлопнулась. Взял ломик, побежал. Что это такое? Что это, блять? Ну кто так делает? С фиолетом прям светится красиво, надо же подойти, нужно же узнать, что это такое. Я подошел и все. И провалился в бездну. В бездну провалился. Елки-палки, как все серьезно-то, а? Был же раньше просто дом. Ничего себе, тут все усложнено. What the fuck? Где это, what the fuck? Где это я, Гарри? Ну и холод. Задание. Узнайте об этом месте и убирайтесь отсюда. Я с радостью, на самом деле. С радостью. Фонарик лучше взять. Бегать с фонариком. Что-то она так фризит немножко, конечно. Но... Башня какая-то. Наверное, туда нам не нужно бежать. Эту башню. Вот тут мужик стоит. Мужик. Здорово, мужик. Что здесь делаешь? Привет, Каджи. Я не буду объяснять, кто я, длинная история, но расскажи мне, как ты попал сюда в бездну. Я читал записки, что я, где, господи. Все, все, успокойся, не паникуй. Я тот, кто расскажет тебе все, что знаю. Что ты хочешь знать? Все. Как мне выбраться отсюда? Тебе нужен кинжал и свечи. Они лежат в магазине, но он заперт решеткой. Открыть его можно только попав к себе домой. В твой другой дом в этом мире. Действовать тебе надо быстро, когда пробурится бездна. А, в этом случае ты попросту погибнешь.
Чтобы попасть к тебе домой, надо добыть сферу бездны. Она прямо перед храмом. После этого неси сферу к порталу. Решетку перед ним я уберу, если, конечно, поможешь мне. Но в бездне находится раненая женщина. Она заперта в бездне. А, в бездне, бля, уже все. Шрифт немножечко можешь другой сделать. Кошмар вообще. Ужас. Читать, ну, вроде он красивый, да, шрифт, но читается он тяжело как-то. Она заперта в деревне. А, можешь помочь... Может помочь и тебе. А, но тут я уже буду бесполезен. Выбирай, я помогу тебе, дружище. Я уже думал застряну здесь навсегда, спасибо. Злая ведьма похитила мое тело и спрятала мой череп в полях. Найди мою голову и верни в мое тело. Находится в деревне в доме. А, хорошо, вопросов нету. Что такое зеленое? Блин! Она прям сзади меня, да? Не, я убежал, елки-палки, что такое было-то? Ну и нафиг, пойдем в другую сторону. Подлагивает немножко игра. Скорее всего из-за того, что здесь куча всяких вот этих вот... куча травы вот этой всякой вот этой вот детали вот этих светящихся... О! Блять! Он бежит за мной, да? Он прям меня сейчас съест нахрен. Что это за вагина бегающая? Ну елки-палки, летающая даже. Отстань от меня, пожалуйста, не ешь! Она что, за мной всегда будет тебе летать? Ну, ёлки зеленые! Блин, она быстрее, 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 быстрее за мной бежит и бежит, бежит и бежит. Ну, сколько можно-то? Ёлки-палки, да... Да хватит уже! Летит? Летит, ёб твою мать, отстань от меня. Я хочу узнать, что такое зеленая хрень здесь. Задание, найди зеленую книгу. Какую зеленую книгу, блин? Так. Здесь мы разминулись вот с этой вот херней летающей. Я этому очень рад, потому что... Чего, блин? Что? Ёб твою мать, да что... Блядь, ты кто? Ни хрена не смешно, мне страшно. Вы уже сделали свой выбор. You have already made your choice. Я знаю, что я выбор сделал. Это баба, наверное, да, которую надо было тоже спасти, но мы выбрали спасти мужика. Так, дом. О, зеленая книжка. Задание, сфер бездны уничтожен. Найди статую. Какую статую, блядь? Какую статую? Где я ее искать должен? Да... Дура, блядь. Хорош. По-моему, она сломалась. Не кашляй, женщина, отстань от меня. Ведь вот здесь вот кто-то шепчет, и мне не нравится этот шепот, я не пойду в него. Я уже в один сходил. На звуки здесь ориентироваться вообще не вариант. Найди статую. Статую, по-моему, рядом с мужиком стоит, да? Рядом с мужиком стоит статуя. Как давно этой летающей херни не было. Которая делает вот так вот. Тыки-тыки-тыки-таки, блин, где мужик? Где мужик? Мужик, объясни мне, что делать надо. О, статуя. Че не статуя? Пирамид какая-то. Что это такое? Че творится-то? Фишка вот этой игры вообще прям музыка качевая, прям вообще обосраться не могу. Прям.
мумия какая-то, ёлки-палки, что происходит вообще? Че это такое, блин? Так, о! Это мы знаем такое место, оттуда выходить... Мы это... Это червоточина. Да? Да. Паук какой-то, смотри. Вы сбежали, эпичная концовка. Вот так вот. Мы прошли на эпичную концовку игру. Я весь в мурашках сижу, не знаю, прям как-то... Она вроде не страшная игра, но жуткая какая-то. Прям вот, знаешь, ты сидишь такой... Сидишь, и тебе страшно. Тебе жутко страшно, потому что за тобой все бегает, бегает, бегает. Там скример, не знаю, слышно меня или нет, но будем надеяться, что да. А на этом я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят, всем пока.